قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. موسى مر ему направился в Мадьян، и موسى относился к потомкам Яакуба, мир ему, происходил из колена сына Яакуба, Ляви или Леви, и это было колено коэнов, священников и ученых. Муса, мир ему, и также Гарун были левитами. Муса покинул Египет и направился в город, который назывался Мадьян. Он шел в сторону Мадьяна, это недалеко от Палестины. По дороге он проходил мимо колодца, у которого толпились люди, желающие напоить свой скот. Там он увидел двух девушек, напоил их скот, и они пошли к своему отцу. Ученые придерживаются разных мнений относительно того, кем был этот отец. Был ли это Шуайб, мир ему, или кто-то другой? И согласно достоверному мнению, это был совершенно другой человек. Да, Шуайб был пророком мадьянитов, но тот праведник, отец двух девушек, не имел к нему отношения. Он услышал новость, что какой-то молодой и сильный юноша напоил скот его дочерям, проявляя при этом воспитанность и благородство. Одна из двух женщин сказала: «Отец мой, найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен и заслуживает доверия». По нему видно, что он сильный и заслуживает доверия. Тогда одна из двух женщин застенчиво подошла к нему и позвала с собой. Муса, мир ему, пошел с ней, вошел в дом к тому праведному человеку, и когда тот увидел, что Муса на самом деле высоконравственный, религиозный, достойный доверия и сильный человек, он сделал ему такое предложение, сказав: «Воистину, я хочу сочетать тебя браком с одной из моих дочерей этих. Выбери одну из двух, но при одном условии». Муса спросил: «Что за условие?» Он ответил: «Что ты наймешься ко мне на 8 лет, будешь пасти овец. Ты будешь работать на меня 8 лет. Если же ты останешься на все 10, то это будет милостью от тебя». И действительно, Муса, мир ему, принял это предложение. После того, как он был изгнанником и беглецом, и боялся фараона, в Мадьяне тот праведный человек сказал ему: «Все, здесь фараон тебя не достанет. Царство фараона здесь заканчивается. Он не сможет добраться до тебя, пока ты здесь. Ты спасся от несправедливых людей». Муса успокоился, женился на одной из двух девушек и жил в безопасности и стабильности у того праведного человека в Мадьяне. Сначала он пас овец 8 лет, а потом довел это количество лет до 10. У него теперь есть жена, дети и овцы, то есть у него свое имущество, скот, и он попросил разрешения у своего тестя вернуться в Египет, вернуться к брату и сестре, к родителям, в свою страну. Он сказал ему: «Но фараон до сих пор жив». Муса сказал: «Даже если и так, что происходило в сердце Мусы в тот момент, когда он вдруг захотел вернуться, мы не знаем. Но Аллах захотел, чтобы он вернулся в Египет из-за того дела, которое он предопределил». И до сих пор Муса не стал пророком, он не получил пророчества. По дороге, как вы знаете, с ним произошла одна история. Муса, мир ему, увидел огонь и пошел к нему. Своей жене и детям он сказал: «Оставайтесь здесь, не уходите, а я посмотрю, что это за огонь. Может быть, я найду возле огня дорогу. Принесу вам головню оттуда, вы обогреетесь у костра. Может, люди укажут мне дорогу, так как мы заблудились этой темной ночью». Когда он подошел к огню, он увидел зеленое дерево, из которого исходил огонь, и рядом никого не было. Это было пугающее место. Долина. И в этой долине стояло только это дерево. Дерево горит, и рядом с деревом и огнем никого нет. Ни человека, ни зверя. Место тихое. И сейчас оно выглядит пугающе. Вдруг Муса, мир ему, слышит, как кто-то зовет его. Впервые в жизни он слышит этот голос. «Я Муса». Аллаху Акбар. Удивительный, странный голос. Голос, который знает его имя. Кто же может обращаться ко мне по имени? Кто? «Я Муса». Кто зовет меня? В темной долине, в которой есть только этот огонь. Кто обращается ко мне? Кто ты? «Иннани аналлах». Муса знал, кто такой Аллах. Но сейчас Всевышний Аллах говорит с ним впервые. С этого момента началось откровение. Началось пророчество Мусы. «Иннани аналлах». «Со мной говорит Аллах,
«Да, Аллах говорит с тобой, Муса. Его семья далеко, там, где он их оставил. Сейчас он один. В сердце у него присутствует и страх, и уверенность. Сними же свою обувь. Знаешь, эта долина, в которой ты сейчас находишься, непростая долина. Это священная долина. Когда ты заходишь в нее, ты должен снять обувь». В руках Муса, мир ему, был посох. Он снял сандали и пошел босиком в сторону этого огня. «Воистину, я Аллах, Господь миров». «Брось свой посох». «Бросить посох? Зачем? Просто слушай и подчиняйся». Муса бросил свой деревянный посох о землю, и посох превратился в извивающуюся змею. Аллаху Акбар. Муса, мир ему, испугался. Начал убегать от этой большой змеи. Он сказал: «Не бойся. Не бойся, Муса, ты в безопасности. Возьми ее в руки. Возьми змею, и она снова превратится в посох». Муса взял ее, и она превратилась в посох. Муса, мир ему, бросил ее. Опять змея. Берет в руки. Снова посох. Муса начал успокаиваться. Он понял, что это чудо от Всевышнего Аллаха. И второе. Сунь свою руку за пазуху. Под мышку. Сунь руку за пазуху, под одежду, и она выйдет белой. А Муса, мир ему, был смуглым человеком. Он сунул руку, и наружу она вышла белой и светящейся. Он снова сунул ее за пазуху, и она приобрела свой прежний вид. Аллаху Акбар. Вот тебе еще одно знамение. Что от меня нужно, Господи? Сначала Аллах, Велик Он и Славен, сообщил Мусе о поклонении. «Нет божества, кроме меня. Поклоняйся же мне, совершай намаз, чтобы помнить обо мне. Что от меня требуется? Ступай к фараону». Ибо он приступил к границе дозволенного. Муса сказал: «Господи, у меня словно узел на языке. Развяжи узел на моем языке, чтобы они могли понять мою речь. Назначь мне помощника из моей семьи, брата моего, Гаруна. Умножь благодаря ему силу мою. Господи, у меня есть старший брат по имени Гарун, и я хочу, чтобы он тоже был пророком, как и я. Видели ли вы брата, который так ходатайствует за своего брата, как это сделал Муса? Ведь он стал причиной пророчества Гаруна, и Аллах также сделал его брата Гаруна пророком. Что еще требуется от меня, Господи? Ступайте к фараону вдвоем, ибо он приступил к границе дозволенного. И что нужно делать дальше? Во-первых, призовите его к поклонению мне, к поклонению одному Аллаху, к таухиду. Если он не уверует, тогда потребуйте, чтобы он отправил с вами сынов Исраиля. Возьмите сынов Исраиля и вернитесь с ними в Палестину. Позволит ли вам фараон? Потребуйте у него отпустить сынов Исраиля, потому что он долгие годы унижал их. 160-200 лет фараоны унижали сынов Исраиля. Отпусти с нами сынов Исраиля и не причиняй им мучения. Итак, Муса стал пророком, взял свою семью и вернулся в Египет. Прошло 10 лет, и люди уже забыли, что произошло. Муса, мир ему, даже внешне изменился. В первую очередь он пошел к себе домой, чтобы увидеть родителей, брата Гаруна и сестру Марьям. Он поприветствовал их и спросил, что происходило в его отсутствии, и обрадовал Гаруна: «Гарун, Аллах сделал тебя пророком вместе со мной». Как же прекрасна эта новость. И кому он ее сообщил? Своему брату. Хорошо, Муса, так что мы должны сделать? И Гарун обладал красноречием, а Муса, мир ему, нет. И есть много рассказов о том, что с ним произошло. Возможно, в детстве ему в рот попал горячий уголек или еще что-то. Но как бы то ни было, Аллах развязал этот узел на его языке. Он взял с собой брата Гаруна, и они тут же направились во дворец фараона. Так началось первое противостояние между сынами Исраиля и фараонами. Это была первая искра противостояний между фараонами, которые господствовали в Египте, и порабощенными и униженными сынами Исраиля, жившими в Египте. И Аллах, Велик Он и Славен, желал блага сынам Исраиля. ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. Сейчас Аллах хочет, чтобы сыны Израиля начали обретать власть на земле. Но власть приходит только после бед и испытаний. Муса, мир ему, зашел к фараону. «Ты кто?» «Муса». «Муса, беглец, который убил человека?» «Да». «Муса, которого мы воспитали?» «Что ты хочешь, Муса?» «Я пришел призвать тебя к поклонению одному Аллаху. Аллах отправил меня к тебе».
Фараон смотрел на него, а также окружающие его солдаты, охранники, свита, министры. Он сказал: «Разве мы не воспитали тебя среди нас с младенческих лет? Ты воспитывался у нас, и это благодаря нам ты стал мужчиной. Разве ты не совершил тот поступок, который ты совершил? Воистину, ты являешься одним из неблагодарных. Сейчас ты приходишь и учишь нас, кто наш Господь? А где ты был все эти годы, когда ничему нас не учил? Почему ты совершил такое большое преступление, как убийство?» Муса ответил ему, и люди слышали их разговор: «Я совершил это, когда был в числе заблудших. Я сбежал от вас, когда испугался вас, но мой Господь даровал мне власть, пророчество и знания, и сделал меня одним из посланников. Оставь прошлое, фараон, а та милость, в которой ты меня попрекаешь, состоит в том, что ты поработил сынов Израиля, ты унизил мой народ. В твоей стране сыны Израиля живут в унижении десятки и сотни лет, а сейчас ты приходишь и говоришь мне, что ты воспитал меня? Я бы замечательно жил с матерью и отцом, но это ты убивал детей. Если бы не убивал новорожденных мальчиков израильтян и не поработил их, я бы не воспитывался в твоем дворце. Это ты поработил сынов Израиля». Так началось противостояние. Против сынов Израиля были введены еще более жесткие репрессии и унижения. Что фараон сделал с Мусой? Что после этого он сделал с сынами Израиля? Как обострилось противостояние израильтян с фараоном? Как увеличились их беды? Обо всем этом мы узнаем соизволение Аллаха в следующей серии. Вверяю вас Аллаху. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. Дорогие зрители, ваша активность на канале поможет другим увидеть наши видео. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И пусть вам это запишется как награда за благое дело. Аминь.